Семьи, собравшиеся сегодня в зале филармонии с такими разными судьбами и историями, объединяет одно – бесконечная любовь к детям. В Самаре чествовали многодетные семьи, воспитывающие родных и приемных детей. У Зинаиды Джураевой 11 родных детей, старшему 16 лет, младшему 8 месяцев. Сейчас Зинаида ждет 12-го ребенка. Говорит, иначе свою жизнь и не представляет. Так получилось. Так получилось, как говорится, я не знаю. Ну, как говорится, кому-то поудает, надо брать. Я желаю, чтобы все были дети, самое главное. Это дети – это счастье. Праздник был приурочен ко дню семьи. В торжественном мероприятии приняла участие глава города Елена Лапушкина. Она вручила благодарственные письма и подарки четырем семьям, в которых воспитываются родные и приемные дети. Сейчас для всех уровней власти семейная политика является основополагающей. Строятся новые детские сады и школы, развивается здравоохранение, безусловно, оказывается материальная и социальная помощь семьям. И мы будем с радостью это продолжать делать. Дорогие мои друзья, я всем вам желаю радости и добра. Я желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили тепло, уют и любовь. Пусть в ваших семьях звучит детский смех. Ну а мы будем стараться для вас. Благодарственное письмо из рук главы города получила и Наталья Кожаева. За свою жизнь она установила 18 детей. Некоторые уже выросли, сейчас в семье воспитывают 10 детей, в том числе и 15-летнюю Аделину. Мне дети очень помогают. Аделина вообще это просто моя опора, правая рука, правая нога, я не знаю. Она прям видит уже, когда мама устала, она подойдет, может сделать массаж или сказать: «Мама, иди отдохни, я приготовлю ужин». Признание – это всегда очень важно и очень приятно, потому что наш труд, он тяжелый. Много всего бывает в жизни, да, и, в общем-то, это как бы свидетельство оценки нашего труда. Председатель Самарской думы Алексей Дегтев также вручил благодарственные письма трем многодетным семьям. Семья – это и детский сад в жизни ребенка, воспитателей, нянечек. Семья – это большая школа, семья – это служба в вооруженных силах. Семья – это большое производство, но главное – это отеческий дом, где папа, мама, братья, сестры, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, дяди и тети – это было и есть нашей главной ценностью. Еще 5 самарских семей получили почетные знаки городского округа Самара за заслуги в воспитании детей. Виктория Шарая, Константин Головин. События.